Жуткий скрип по окну в ночное время не дает спать челнинцам, живущим в старой части города. В нашу редакцию обратились жители дома 1525 поселка Зе. Уже на протяжении 3 лет старое дерево является нарушителем их спокойствия. Справиться с проблемой собственными силами возможности нет, а нервы уже на пределе, говорят челнинцы. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы разобраться в ситуации. Из-за этих веток дерева я не могу закрыть окно. Неравный бой с деревом Анжела Васкицова ведет уже год. Женщина признается, этот постоянный скрежет действует не только на нервы, но и наносит финансовый урон. 2 окна на балконе разбились. При очередном порыве ветра стекла не выдержали удара веток. По словам Анжелы Васкицова, она неоднократно обращалась в ЖЭК и управляющую компанию. Проблемы обещали устранить еще в марте прошлого года, но дальше слов дело не дошло. Справлялись своими силами. Соседи все обрезали, и вот на 3-м этаже тоже к соседке падает это, ну вот эти ветки скребет, и мне вот скребет. По ночам вообще спать невозможно, когда ветра. В феврале вот сейчас ветра начнутся. Дерево доставляет неудобства и соседям Анжелы Васкицовой. В плену находятся окна со 2-го по 5-й этажи. Дерево сильно наклонилось, на ветках заледеневшие слои снега. Жители уверены, если сейчас не предпринять никаких мер, случится трагедия. Стучат по стеклу, стекла разбиваются, и вообще невозможно находиться. Мы очень возмущаемся, за что мы квартплату оплачиваем. В управляющей компании «Жилкомсервис» заверили, проблема на стадии решения. Сегодня сотрудники подготовили письмо в исполком, приложив фотографии. Согласно правилам благоустройства города, все работы по спиливанию дерева должны согласованы быть с исполнительным комитетом города. Поэтому подготовим письмо в адрес исполкома города о том, чтобы они согласовали нам спил этого дерева. Сколько времени займет рассмотрение заявлений, в управляющей компании ответить не смогли. Но в случае положительного ответа дерево сразу спилят. Правда, не раньше весны. Сейчас подобные работы проводить нельзя. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.